там, где свет обжигает сердце. Там, где прячется моя тайна. Там, где тени стремятся к людям, начинается моя история. Жили на земле люди, и не было у людей счастья. Вместо глаз у них были слезы. Вместо сердца у них был ужас. Вместо неба у них была гибель. И отдавали они небу самое дорогое, что было у них. Раньше не было ни времени, ни земли, ни пыли, ничего, забыли и все. Было небо, льюда стало пылью, и остыла, и вода застыла в ничто. Но нашелся тот, чья любовь была сильнее страха. Поклялся воин спасти любимую. Долго шел он по земле и по воде в поисках змея. Но когда нашел он драконье логово, оказалось, что он опоздал, и любимый его больше нет. И когда бросился воин на чудище, боль и ярость его в один удар слились. Освободил воин людей от страха, и люди назвали его Драконоборцем. Прошли годы, и забылась беда, а страшный обряд превратился в свадебный обычай. И наступил день, когда внук Драконоборца, Игорь, брал в жены младшую дочь князя, Мирослава.
тебе ожерелье и платье, пока она ворон считает. Я не считаю. Я думаю. Вот жалко, что дракона больше нет. Ты что каркаешь перед свадьбой? Хочешь, чтобы тебя дракон утащил? А Игоря на бой посылать не жалко. Зато стала бы женой драконоборца. А больше ее ничего и не волнует. Жалко. Чего ж ты все-таки не летаешь? Зато ты вечно в облаках летаешь. У нее свадьба вот-вот. А ей что, жениха угробить? Что игрушку смастерить? Она не чувствует ничего. Чего ничего? Ничего. Ровно сиди. Подумаешь, ты своих женихов прогнала и кукуешь, а у Игоря конь лучше во всем принципе. Вот и шла бы ты за коня замуж. Пусти, больно же, Игорь, отстал. Да брось ты чертову! Это же не игрушки, Мир, это же на всю жизнь! Отстань, Ярко, ты мне не мать! Может, сердце твое молчит, потому что у тебя его нет? Не смей так говорить. Вот ты и жди свою любовь, старая дева. Чего? Так, что здесь происходит? Она опять не слушается. А чего она, папа? Так, хватит! Все уже вон собрались. А тебе все с сестрой ссорится. Если бы ты знал, папа, что она мне говорит. Ну, хорошо. Что она тебе сказала? Ничего. А, ничего. Ничего, это твои игрушки, драконы, принцессы, детские сказки. Никак угомониться не можешь. Ребячество-то кончилось. Мира, княгиней будешь. Понимать надо и соответствовать. Я знаю, что тебе нужно. Тебе нужен Игорь. Ты полюбишь его, он полюбит тебя. Поверь отцовскому сердцу. Раз будет любовь, все будет хорошо. Дочери доставались дракону. Мы помним и всегда будем помнить того, кто уничтожил эту змею. Теперь наши красавицы, наши славные дочери достаются достойным богатырям нашего княжества. Не надо. Разозлишь только. Опусти камень. Опусти.
глаза не смотри. Ляг. Вытяни шею. Освободить меня, ты от Игоря? Нет. Я не знаю, кто это. Помоги мне выбраться отсюда. Я дочь князя. Мой отец тебя наградит. Я не смогу тебе помочь. Ты тоже пленник. От дракона не убежать. А что это за тварь? Она будет нас сторожить, да? Да. А где дракон? Он спит. Нам лучше не разговаривать. А для чего я ему? А? Что со мной будет? Я и так уже слишком много сказал. Теперь ты сама по себе. Нет, 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 пожалуйста, поговори со мной. Нет, ну пожалуйста. Зачем вы пели драконью песню? Мы думали, что дракон больше нет. Вы сами позвали его. Игорь так захотел. Игорь? Мой жених. Я ничего не знала. Я замуж выходила.
Возьми. Это для твоих ран. Помажь. Так будет лучше. Ой, как-то ты не похож на пленника. Не похож? Я думаю, ты весь такой грязный в паутине. А ты... Ты другой. Спасибо. Пахнет приятно. А что это? Видишь листья наверху? Если их хорошо размельчить, они заживляют раны. А знаешь, что я поняла? Что? Мы же с тобой еще не знакомы. Меня зовут Мира, а тебя? Я не помню, как меня зовут. Как? Как можно забыть свое имя? Можно, если оно тебе больше не нужно. Ты... Такая красивая. Ты что, смотришь? Да. Не смотри! Почему? Что значит почему? Ты что, не понимаешь? Нет, я же смотрю на птиц, на рыб. Почему на тебя нельзя? Отсюда невозможно бежать. Это остров. Но ведь можно уплыть. Море тоже убивает. Мне нужен крупный камень. Зачем он тебе? На этот раз все будет по-моему. Когда придет эта мелкая тварь, ты ее отвлечешь, а я ее ударю. Пока дракон спит, мы сбежим. Тебе нельзя выходить из ямы. Тут нужен... Драконоборец. Только он знает, как убить дракона. Он придет за тобой, нужно просто дождаться. А, хватит! Мне нужно бежать. Ты поможешь мне? Ничего не выйдет, Мира. Он все слышит, все видит. Ты даже представить себе не можешь, на что он способен. Хочешь знать, кто ты? Ты трус. Самый настоящий трус. А эта дура тебе еще имя придумывала. Трус! И не смей больше на меня смотреть!
Ты что там задумала? Не твое дело. Мира, я не трус. Я ненавижу дракона, так же, как и ты. Но я не в силах с ним справиться. Именно так и рассуждают трусы. Мира, а ты... Ты мне какое имя придумала? Арман. Арман. Красивое имя. А почему Арман? Ну, оно такое заморское, как и ты. Загадочное. А что оно значит? Мечта. Прости меня, Мира. Давай руку. Руку? Ну, теперь у тебя есть имя? Давай знакомиться. Когда люди знакомятся, они жмут друг другу руки. Очень приятно, Арман. Я Мира. Очень приятно, Мира. Я Арман. Мира, что бы ни случилось, не выходи из ямы, не выходи! Арман, Арман, где ты? Где ты, Арман? Арман, где ты? Арман? Ты где, Арман? Арман, ты где?
осторожно! Там очень высоко. Ты жив? Зачем ты выбралась из ямы? Я же говорил, нельзя! Он только этого и ждет. Почему оно тебя слушается? Мира? Кто ты вообще такой? Мира? Стой. Не подходи ко мне, слышишь? Мира. Это слишком сложно объяснить. Не подходи! Да осторожней ты! Я тебе верила! Верила! А ты меня обманывал! Мира, дракон! Дракон ничего не получит! Мира, не ничего. Надо! Ничего! Мира, стой! Стой! Здесь должен был быть, а его нет. И туман этот странный. Ну от меня ты чего хочешь, брат? Я сам в жизни такого тумана не видел. Но ведь слышал про него. Есть же какой-то тайный способ, как туман обойти. Что дед-то рассказывал. Может, забыл чего? Да не забыл я ничего. Все так делаем. Так в чем секрет-то? Секрет, секрет. Всю жизнь только и слышу про эти секреты. А дракон-то он вон, живой оказался. Ничего, дед не доверил. Справлюсь. Да лишь бы девушку не погубить. Как бы не было слишком поздно. Вот и хорошо. Пусть так. Так даже лучше. Да. Это не я, это море. Море тоже убивает.
Зачем ты мне сдался? И что мне с этим делать? А точнее, не хочу я тащить этого гада. Ну и что, что он меня спас? Я вот тоже спасла, а он меня украл. Я еще об камни шибанул, а я его после этого волоки. А мне кто поможет? Он, что ли? Сколько еще тащить-то, а? Ну, знаешь, очухаешься, домой меня понесешь. Так и знала, что тебе мой план нравится. Ну, украл. Ну, с кем не бывает. А вообще, ты парень добрый. Только тяжелый. Не живешь больно высоко. Непонятно, зачем. Ну, теперь, конечно, понятно, зачем. Пока не поздно. Бей дракона. Он уже подступает к тебе. Огонь дракона должен гаснуть. Арман? Бей дракона. Нет, ты мне пока нужен. Живым, здоровым и летающим. Yeah!
двигаться, ладно? Вот так. Тихо. Хороший дракон. Можешь куда Мне просто интересно, зачем все эти завтраки и теплое одеяло, если ты не собираешься со мной разговаривать? Арман, ты то извиняешься, то отталкиваешь меня, то бросаешь меня в яму, то спасаешь мне жизнь. Так нельзя. Арман, ответь мне. Я не отстану. А я умею надоедать. Теперь понятно, почему предки расправлялись с вами сразу. Чтобы не дать вам заговорить. Арман, ты же не хочешь меня убивать. А если так, тогда зачем я тебе? Отнеси меня домой. Все не так просто. А как? Может, я пойму. А когда пойму, может быть, мы сможем придумать выход.
Давным-давно на острове жил мальчик. Мальчик жил с отцом. И отец его был драконом. Мальчик очень любил отца и мечтал стать таким, как он. Но однажды море выбросило сундук. Внутри было что-то невиданное. Я и сейчас не знаю, как это называется. Что-то из другого мира, неизвестного, но при этом неуловимо знакомого. И что-то изменилось в мальчике. И когда пришло время становиться драконом, он уже не хотел им быть. Отец ничего не сказал ему. Ведь драконом нельзя стать против воли. А потом на горизонте появился корабль. С корабля сошел человек, который убил отца. И тогда злость, ярость и жажда мести толкнули мальчика, и он прыгнул со скалы и превратился в дракона. И как только это случилось, вся память предков обрушилась на него. Я вдруг увидел все, что драконы видели. Я ощутил все, что они чувствовали. Сотни лет драконы забирали невесты, совершали свой кровавый ритуал. Люди отдавали им девушек под ритуальную песню. Но я этого не хотел. Перед моими глазами сотни убитых невест. Как будто это делал я сам. Мальчик понял, что его отец был монстром. И что он сам разбудил монстра в себе. И тогда я поклялся, что драконов больше не будет. Я снова хотел стать человеком, но не знал как. И все, что я мог, это бороться с драконом. В подземелье есть узкий ход. Человек может войти туда, а дракон уже не выбраться. Так я держался, когда мой дракон рвался наружу. За все эти годы я почти справился с ним. Потом вы запели ритуальную песню. Первое, что я помню, это девушка в когтях дракона. Я едва сумел разжать его лапы, и девушка, ты, упал в яму, откуда дракон уже не смог тебя достать. Яма не была твоей темницей, она была твоим убежищем. От меня. Дракон чувствует тебя, Мира. Я это понял там, в яме. Он просыпается, едва я прикасаюсь к тебе. Поэтому я не смогу отнести тебя домой. Я не могу сдерживать дракона. Тебе нужно дождаться драконоборца. Если он приплывет, я не стану вам мешать. Только никогда, никогда больше не пойте ритуальную песню. Что значит «если»? Думаешь, он может не приплыть? Все будет зависеть только от тебя. Как это от меня? Пойдем. Как может зависеть от меня, приплывет он или нет? Посмотри вокруг. Видишь? Весь остров — это дракон. Мой великий предок. Камни, скалы — все это. Его кости. Он охраняет это место. Отсюда ты видишь ясное небо, а люди на корабле наоборот. Видят только туман. И обречены блуждать в нем до самой смерти. Корабли, сундуки, вещи иногда выносят на берег. Но путник сможет попасть на остров, только если здесь его ждет любящее сердце девушки. Сердце? Да. Оно как маяк.
укажет ему путь. Значит, драконоборец смог доплыть из-за любви девушки, что ждала его здесь, так? Как я и сказал, все зависит от тебя. Если любишь, приплывет. Что ты делаешь? Когда человек ударит цветы, он понимает, что его любят. Значит, что-то важное происходит между людьми. А еще говорят, если бросить цветы в море, то где бы он ни был, он почувствует. И узнает, что о нем помнят. Тогда Игорь тоже приплывет. Правда? Конечно. Он тоже приплывет. Хорошо бы ему поторопиться. Пойдем, будешь ждать Игоря в яме. В яме опять? Армана, а может мне все-таки уплыть? Нельзя, я уже говорил. Но ты сбежала, и мы оба чуть... Арман, что с тобой? Не подходи, не прикасайся ко мне. Иди в яму. Ну разве ты не понимаешь? Арман, ну так же нельзя, я же не могу тебя здесь просто так оставить. Ничего, я справлюсь. Я привык быть один. Если бы ты хотел остаться один, я бы не проснулась сегодня утром под теплым одеялом. Мия, дракон может появиться в любой момент. Если это так, то почему его до сих пор нет? Я не знаю. Может быть, я еще слишком слаб. А может... Просто человек становится сильнее. Ты правда в это веришь? Я это вижу. Но ты же меня спас, кормил, лечил. Ты заботился. Ты сможешь его победить, как ты и хотел. А я помогу тебе. И раз нам все равно ждать Игоря, я научу тебя жить по-человечески. Ты прости меня за вчерашнее. Хорошее начало. Можешь жить здесь, если хочешь. Здесь тебя дракон точно не достанет. Арман? Тут же нет ничего. В общем, мне без тебя не справиться. Ты поможешь? А это обязательно? Ну, раз мы решили по-человечески... Пронзительно ясный наступающий день. Он сенью собрал. Тяжело жить. Человечески. Вот это. И вот это. Долго еще. Пойдем, я тебя научу. Миром людей.
Ну, как тебе? Только вот косы нет. А мне и так нравится. Знаешь что? А мне, честно говоря, тоже. Что ты делаешь? Завидую я вам, драконам. Завидуешь? Да. Делайте, что хотите. Летайте, куда хотите. Страшно, конечно. А я вот нигде не была. Я тоже. Как это? Вот так. Всю жизнь на острове. Не хотел, чтобы дракон... Получается, что мы с тобой оба летали в первый раз? Получается, что да. День пришел, и если чист душой, услышишь ты ответ, кто ты и зачем рожден? Это? Нет. А это? Нет. В смысле... Да. Стой! Вытирай ноги. А ты куда? Вот так. Ты теперь живешь здесь, а он Арман. День пришел, и если чист душой, услышишь ты ответ, кто ты и зачем рожден. Далеко. Нам помогают ветра. Они все такие разные. И все красивы по-своему. Когда смотришь на ветер... Подожди. Ты что, видишь ветер? Конечно. А ты что, не видишь? Люди не видят ветра, Арман. Как же можно не видеть ветра? А как можно его видеть? А хочешь, я покажу тебе ветер. Кажется, сейчас начнется. Что? Я тебе верю, открою все секреты, беспощадному зверю я
знаю, что ты мне не враг. Расправь свои крылья, пусть желания станут пылью. Убивай меня смело, как в последний раз. Эй, что ты делаешь? Это мои вещи! Что смотришь? Думаешь, я предатель, да? Хочу плыть. Но откуда мне было знать, победит он дракона или нет? Не волнуйся. Может, мне уплывать не понадобится. Просто собрала вещи на всякий случай. Здесь никогда не было так хорошо. До тебя. Ну, для нас обоих многое было впервые. Кстати, я для тебя тут кое-что нашла. Я уже слышал эту мелодию. Что это? Это колыбельная. Ее поют детям, чтобы они знали, что мама рядом. Пусть сегодня будет твой день рождения. Никто не помнит этот день, но все его отмечают как праздник. Я помню, как родился. И хочу забыть. Но ведь сегодня родился новый человек. И я этому очень рада. С днем рождения, Арман. Чтобы в твоей жизни была не только ритуальная песня. Новый человек. Спасибо. А у меня для тебя тоже есть подарок, чтобы и ты запомнила этот день навсегда. Закрой глаза. Я зову это небесные цветы. Как красиво. Их ведь на другом конце света Арман? Арман, ты здесь? Арман? Арман? Арман, ты где?
бежал, ты так кричала. Что с тобой? Мне приснился дурной сон. Сон, а я не вижу снов. А что обычно снится? Ну, иногда то, чего боишься, а иногда то, чего хочешь. Я очень боюсь дракона, Арман. И я все это время собирала... Дракон не причинит тебе зла, Мира. Никогда. Я обещаю. Ведь сегодня родился новый человек. Благодаря тебе. И ты нужна им. Спокойной ночи, Арман. Что? Люди так расстаются на ночь. Спокойной ночи, Арман. Спокойной ночи, Мира. Человек ударит цветы, он понимает, что его любят. Значит, что-то важное происходит между людьми. Thank you.
Смотри, что я придумала. Почти как дракон, только не взлетает. Ты научишь меня видеть ветер? Странная ты, Мира. Что? Боишься дракона, сама в него играешь. Почему Игорь не идет за тобой? Ну, не идет, значит. Сам знаешь, что это значит. Ведь вы давали клятву. Мы не успели, Арман. Дракон прилетел раньше. Значит, он не придет за тобой. Научу тебя видеть ветер. Закрой глаза. Посмотри вдаль, так далеко, как нельзя открытыми глазами. Ощути кончиками пальцев. Услышь его шепот. Почувствуй его всей своей кожей. И тогда внутри откроется то, о чем ты не знала. Арман? Арман? Ты где, Арман? А ты пробовал бежать? Отсюда невозможно бежать. Но ведь можно уплыть. Я зову это небесные цветы. Их ведь на другом конце света увидишь. Я очень боюсь дракона, Арман. И я все это время собирала... Их ведь на другом конце света увидишь. Но ведь можно уплыть. Ты слышишь меня? Где ты?
Арман! Подойди к алтарю. Подойди. Ты не задумывалась, почему на острове, где погибло так много девушек, нет ни одного скелета или костей? Вы говорите драконы, а мы говорим рожденные из пепла. Вот! Что делают драконы с невестами? Они не просто их убивают. Они сжигают их живьем. Наполняют пламенем. И не выпускают из когтей, пока они кричат. Пока огонь пожирает их изнутри. Пока не останется ничего. Кроме пепла и нового дракона. Так появился на свет я. Так, драконы продолжают свой род. И то же самое будет с тобой, Мира. Зачем ты мне все это говоришь? Я урод. Я никогда не смогу по-человечески. Я так не думаю. Я знаю про лодку! Арман, и теперь я... понимаю, ты не хотела сидеть в яме, потому что всегда надеялась уплыть. И ты нашла способ. Я научу тебя жить по-человечески. Способ выловить сундуки, карты, способ подать сигнал кораблям. Оставалось только одно. Ты научишь меня видеть ветер, Арман? Преодолеть заклятие острова, что мешает уплыть. Арман, я же не думала, что... Я тебя не виню. Все правильно. Ты должна меня бояться. Но ты сказала, я смогу победить дракона. И я боролся. Но зачем, если ты не веришь? Арман! Завтра на рассвете ты сядешь в лодку. Поднимешь парус. Восточный ветер вынесет тебя в открытое море. Там корабли. Тебя заметят. Не уходи! А как же новый человек? Помнишь? Я ведь нужна ему! Здесь! Ты нужна только дракону! Уходи! Уж вы голуби, уж вы сизые, сизые крыла, уж вы где были, ай далеко ли, и что ви дали. Ну а мы были на расстанице, на прощальнице, там, где душенька с телом белым расставалося. Расставалося, да распрощалося, горько плакалося. Расставалося, да распрощалося, горько плакалося. Как тебе тело вовек земли тлеть, вовек земли тлеть. А как мне душе далеко идти, тяжело. Пожалуйста, пожалуйста, не ходи за мной. Ты единственный, что у него осталось. Иди к нему! Грехи тяжкие, перетяжкие, муку вечную. Игорь, послушай.
парусом ходим. В тумане это верная смерть. Давай на весла станем, может, тогда найдем. Надо решать. А я вот, может, решил, кормчий. Давай вернемся. Опять скалы. Спокойно, прошли. Черт с ними со скалами, черт с ним с туманом. Все, кормчий, довольно с меня. Разворачивай корабль. Возвращаемся. Стой. Послушай-ка меня. Я твоему отцу перед смертью слово дал. И честь рода я тебе... Иди-ка ты лучше. Поспи. Теперь искать будем по-моему. Ярослава сразу сказала. Ничего тебе от деда не досталось. Даже секрета этого. Права была старшая-то. Про тебя. Права, говоришь? Раз ты на старшую глаз положил, я, думаешь, не знаю этого секрета дедова. Тихо, тихо. Мира должна мне с берега своей любовью какой-то знак подать, что-то вроде маяка, и мы поймем, куда править. Хорош способ, да? А если нет знака, что это значит? Значит, ее уже нет. Ты слышишь, да? Разворачивай корабль. Мы идем домой. Дракон! Это не дракон. Это знак. Мира. Когда дракон нес меня, мы попали в шторм. Он разбился о скалы, я осталась на острове одна. Вокруг были разбитые корабли. Там я и нашла лодку. Спасибо, что пришел за мной. Я не мог поступить иначе. Ты любишь меня? Княжна, я рад, что вы спасены, но мы должны попасть на остров. Я знаю, это тяжело, но наш долг — убедиться, что с драконом покончено. Дракона больше нет. Как? Я хочу домой, Игорь. Я не хочу туда возвращаться. Конечно. Княжна, но мы должны... Забыл, с кем говоришь, кормчий? Делай, что княжна велит. Корабли возвращаются в гавань. Девушки выходят замуж. А истории всегда заканчиваются. Мальчик не смог стать человеком и не хотел оставаться драконом. Что же ему было делать? Что же мне делать, Мира? Скоро ты забудешь этот кошмар, сестренка, и начнется новая жизнь. Ты дала мне надежду. Призрачную надежду примириться с собой. Пусть только на мгновение, но этого будет достаточно. Где тут мой драконоборец? Вот. Ты помнишь, а? Все смотрел на него и жалел, что главное не сказал тебе. Кажется, случилось то, о чем я мечтал. О чем читал в человеческих книгах и никак не мог понять. Будь с тем, кого ты любишь. Почувствуй и доверяй сердцу своему. Остальное... Не бойся, Мир. Дракон не причинит тебе зла. Никогда. Не летал. Ты права была, Ярослава. Права? Про что? Теперь-то я понимаю, как это не быть с тем, кого ты любишь. Ты ведь противилась свадьбе с Игорем, я же помню.
Глупости, я говорила, сестренка. Я-то думала, к Игорю не любовь у тебя, а он князем хочет стать. Теперь я вижу, любите. Он нашел тебя. Ты же сама говорила, что без любви остров тут не найти. Будь счастлива, сестра. Тогда я буду. Будь счастлива, Мира. Прощай. Мира, что ты делаешь? Я тебя не люблю. Что? Я не люблю тебя! Мира, я искал тебя, я нашел тебя, не дури! Я люблю дракона! Thank you.
тяни! Помогай! Что она делает, Игорь? Раньше не было ни неба, ни земли, ни пыли, ни... Она зовет его! Мира, стой! Мира, одумайся! Он убьет тебя! Он убьет нас всех! Время – быстрая река, никого не обойдет. Ждет невеста жениха, ждет, как часа своего. В белый цвет облачена, точно в саване стоит. На покой обречена, свадьбы колокол звенит. Забирай, забирай, приходи, прилетай. На века отдана дева юная. Заберите ее. Решило твое сердце. Просто привык, чтобы тебя боялись. Не знаешь, как это, когда тебя любят. Человек. Дракон. Я люблю тебя. Кем бы ты ни был. Пусть будет все, как ты хочешь. Только не уходи сейчас.
Я без тебя не могу. Так и закончилась история про девушку. Она спасла дракона и подарила ему самое главное, что у него есть. Папа! Папа! Ну как это подарила? Откуда у драконов берутся дети? Папа! Ну как я появилась? Расскажи! Ну, раньше это был страшный обряд, а теперь... Арман, ты что? Прости, я ей 1000 раз рассказывал эту историю, а она хочет знать продолжение. Продолжение. Продолжение в том, что детей драконы находят на небе. Ты же не умеешь летать. Когда кого-то любишь, становишься самой счастливой на свете. И у тебя появляется, знаешь что? Что? Самые настоящие крылья. И ты можешь летать. Правда, правда? Правда, правда. Крылья, чтобы укрыть тебя. А ты сторожи. Мне бы вьюгу, чтобы убаюкала. Мне бы звезды, чтобы осветить твой путь. Мне бы увидеть сон твой когда-нибудь.
Thank you.